Всем привет, ребят, меня зовут Пиксель, и сегодня я с Дрюнчиком снова нахожусь на этой прекрасной карте. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Андрей. Всем привет! Господи, бешеный друг. В общем-то, ребята, напомню в двух словах, даже не то чтобы правило, а суть ролика. Наложи тряску экрана вот так. Хорошо, обязательно это сделаю. Обязательно. Да, те, кто не сделает, я его знаю. В общем-то, те, кто не смотрели прошлое видео, ой, я в креативе все это время, так восстанавливаем, ё-моё, так нужно срочно выйти. Те, кто не смотрели прошлые ролики, то есть здесь у нас, ребята, и камень, и рубины, но рубины у нас замаскированы под обычную вот такую текстурку. И ой, любой влог, да, в действительности может быть самым настоящим рубином, ребята. Здесь у нас есть специальный вот такой вот торговец, где эти самые рубины мы можем добывать и прокачивать себе кирки. Вот так вот сегодня выглядят наши энчантикусы. И потом мы можем объединять булыжник, купить там всякие дополнительные штучки-дрючки для того, чтобы добывать было еще удобнее. И, в принципе, ребята, соревноваться. И у кого по итогу ролика будет больше всего рубинов, тот, в принципе, победил. Начнем, друг. Привет всем. Привет всем. Ладно, давай, Андрей, начинать, потому что что-то подзатянули. Окей, погнали. Давай, на счет три. Раз, два, погнали, погнали, погнали. И я с первого просто блока, знаешь, вот добыл рубин. Какой первый блок ты выкопал? Булыжник так, или рубин? Рубин, кстати, тоже. Слушай, я, знаешь, хотел сказать, типа, ну вот раз у меня рубин, значит, я выиграл. И у тебя рубин. Ладно, слушай, ладно. А вот такая вот тема, я тебе скажу, тут есть такая же кирка, как в прошлый раз? Конечно, есть, да. Ну, я знаю, что я буду делать. Я тоже хочу ее купить, но хочу купить ее быстрее тебя. Надеюсь, друг, надеюсь. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я, что я куплю ее быстрее тебя. Понимаешь? Неправда. Правда, потому что я крутой, и у меня X-Ray. Слушай, Андрей, я вот думаю, а если как-то, знаешь, как тебе потроллить? Ну ладно, не буду так делать, но на самом деле очень прикольная идея для троллинга есть. Хочешь, расскажу тебе? Какая? Ну вот смотри, ты добываешь изумруды, да? Точнее, эти, рубины. А я включаю режим магнита в этот момент. Ах ты ж, блин, не надо так делать. Не, я так делать точно не буду, но реально, прикинь, как прикольно получится. То есть, ты что, зачем ты меня бьешь? Ну это так, чтобы ты это самое, не думал. То есть ты меня, ты, подожди, ай, блин, не могу, я же только в креативе могу включить. Ну ладно, ладно, но на самом деле, знаешь, было бы интересно. Ребята, наберем кучу лайков, я затроллю Андрея, когда будем снимать этот ролик. Он же не знает, когда я буду троллить и что я буду делать. Поэтому, как бы, Андрей, поаккуратнее смотри, что ты делаешь? Ты что делаешь? Ничего, ничего. Ты что, включил режим магнита, Андрей, отдай. Какой режим магнита? Андрей, не издевайся. Ну смотри, вот ломаем, значит, опа. Ну это, Андрей, ну ты его выключил, ну блин, я видел четко. Я ничего не включал и не выключал. Ребята, напишите в комментариях, потому что я четко видел, что мне один или даже два рубина не прибавились. И если это так, Андрей, и подписчики напишут мне в комментариях, что ты как бы действительно так получилось или забрал мои рубины, и ты выиграешь, то твоя победа будет аннулирована. Вот так вот. Неправда. Ну, ой, спасибо за эмираль. Да, Андрей! Ладно, держи. Надоел уже, иди отсюда. Сдолбал, ходит и ходит. Тебе места, что ли, мало? Короче, пойду я, наверное, ребята, знаете, в глубину. А то мы все что-то на поверхности копаем. Пойду я вглубь от Андрея подальше. Потому что странный у меня друг. Правда, тут темно теперь очень сильно, но ничего страшного. Он влазили да, ничего выпить. Ничего не странный, знаешь ли. Я на самом деле придумал уже план, по которому я тебя выиграю. И в этот раз этот план намного гениальнее, чем все прошлые разы, чтобы ты понимал, да? Ну поделись, поделись своим планом. Не поделюсь. Почему? А потому что мы пилоты. А че за план? Ну, в двух словах просто. Ну, на самом деле, интересный план. Какой же? Хороший. Ну, ладно. Знаешь, что я на самом деле хочу попробовать? Я никогда не использовал динамит в этой рубрике. То есть, вообще никогда. То есть, я постоянно что-то копаю как-то... Я буду забирать твои... Нет! Не, на самом деле, я вроде ничего не забрал, на самом деле. Просто. Забрал, я видел. Че я забрал? Одну штучку? Все ты забрал там. Ничего я не забрал, на видео посмотришь. Вроде вообще меня и даже дом не штучка. Мой забрал, квартиру забрал. Ничего я не трогал вообще. Сколько у тебя лучше рубинов? Скажи мне это, дружочек. Ладно, я потратился, но так у меня 50. 50, ага, 50. Но сейчас кое-кого загрохаю, у меня будет... А у нас Game Rule Keep in Entry включен, можешь грохать, да? Кого хочешь. Ну там, ладно. Тогда я тебя загрохаю. Тебя! Да все, отвали, отвали, отвали. О, рубинчик тут валяется. Раз тебе не. Да, Андрей, ну отстань, ну реально, да отвали! Я не знаю, что ты такой бешеный. Да кто бешеный? Я бешеный. Кидаешься на людей вообще непонятно. Кстати, знаешь, что я понял, Андрей, только что? Где тут люди-то? Да подожди, Андрей, я серьезно. За рубин опыт не дается.
А, кстати, да, слушай. Я только что обратил внимание, у меня вот уже практически два стака, а уровень как был первый изначально, так и остался. Очень странно. Хотя рубины, подожди, а что на самом деле вот в реальной жизни дороже стоит, алмаз и... или рубин? Что дороже? Слушай, не знаю, я никогда не был в ломбардном магазине, чтобы вот так вот прийти им и сказать: здравствуйте, а что у вас дороже стоит? Изумруд, алмаз или рубин? Может быть, железо или золото? Вот, не, на самом деле, ребят, кто знает, напишите, пожалуйста, в комментариях, что на самом деле в реальной жизни стоит гораздо дороже. Я просто реально не знаю, изумруд там или все-таки рубин. Вот меня интересует только... Ой, изумруд, господи, алмаз или рубин? Почему их постоянно путаю? Не знаю, вылечите меня, пожалуйста. Сколько у тебя сейчас? Ну, а давай с тобой подумаем, вот, подумаем. Ну давай, ты хочешь дедукцию сейчас включить? Ну давай попробуем. Я хочу подумать. Смотри, алмаз, Андрей, а куда ты дел торговца? А это мой план по победе. Понятно. Ну, рассказывай. Нет. Уйди! Подсталь, отстань. Ты разгадал мой план. Какой план? Я хотел запрятать торговца. Ты реально думаешь, я бы его не заметил, дружочек? Ну я так подумал. Так, ну окей, короче, я попробую выиграть, на самом деле, у тебя. У меня сейчас эффективность 4, прочность так. Ну, будем пытаться. Добывает оно, конечно, не так быстро, но... Окей. Сколько у тебя сейчас рубинов? А, почти 2 стака уже. Почти 2 стака. Угу. И ты тоже планируешь покупать эту крутую кирку? Ну, не факт. Чего, блин? Я, походу, сейчас проиграю. Хотя, на самом деле, у нас еще 4 минуты есть. Кто его знает, кто у нас выиграет. Может, мне сейчас переть начнет. Я тут рубин с рубином. Андрей, знаешь, что я только что, походу, понял? Шо? Что, если я не ошибаюсь, то эта модовая руда, на нее не работает энчанты кирки. Да? Ну, судя по всему, если я не ошибаюсь. То есть, или работает, я на самом деле не понимаю. То есть, как бы... Не, вроде работает, но как-то очень-очень странно. То есть у меня уже, конечно, стак за вот этот вот короткий промежуток времени, но... Не, работает. Только что видел, как выпало 2, если, конечно, просто 2 руды подряд не сбрил. Странная тема, странная. Ты что сейчас делаешь? Я также сейчас купил эту кирку, вот, но... Вот, слушай, попробуй, так... пожалуйста, тоже отследить, работает эта тема или нет? Ну вот сейчас я отслеживаю, и пока что я тебе могу сказать, что не работает. Ничего. Не работает все-таки? Блин, какая-то странная руда. Просто смотри, она опыта не дает. Энчанты на нее, судя по всему, я вот сейчас ломаю, рублю, так сказать, в действительности не работают. Как-то... Следовательно, мы можем сделать вывод, что алмазы дороже изумрудов. Рубинов. Нет, я все правильно сказал. Ну и ладно. На самом деле, мне реально интересно, что в реальной жизни гораздо дороже, рубин или настоящий алмаз? Просто, ну, я не знаю. Я действительно в ювелирных изделиях не алё. Короче, Андрей, у нас остается с тобой где-то... А, ну да, все правильно. 2 минуты у нас остается с тобой, плюс-минус, поэтому так, учти сколько это. У тебя сейчас, вот, скажи мне, этих изумрудов? Каких из... Рубинов, может? Я все правильно сказал, сколько? Ну, 2 стака у меня. 2 стака? Да. Ровно прям? Ну вот 2 стака и 3 уже. Ну 2, 3. Mm-hmm. Вот уже 3. А и у сколько тебя? Сколько времени у нас осталось? 2 минуты. Хорошо, давай так, Пиксель. Если, значит, ты еще стак не нарубим, видишь, то пусть все отписываются. Да, Андрей, да что ты? Ты странный какой-то последнее время. А если нарубишь, то все подписываются. Вот такой челлендж. Рискнешь? Хорошо, рискну, дружочек. Только для этого мне придется сейчас тебя загасить, убить и так далее. Но на самом деле я... Окей, хорошо. Я думаю, что подписчики тоже на эту сделку пойдут, потому что у меня осталось всего полстака, еще 1.5 минуты. Как бы ты должен... Ну, давай. Как ты должен понимать, что я как бы чемпион в этой игре. Ты же понимаешь, но, это? Ну, а ты понимаешь, что если ты сейчас это принял, то тебе может не повезти, все, ребята. А чё мне не повезёт-то? У меня уже практически еще стак прибавился, то есть за это время. Ну ладно. Я даже, походу, за минуту сейчас справлюсь, даже интересно. Я вот сейчас слежу за таймером и справлюсь ли я за минуту. Просто интересно, за минуту я справился ровно даже за минуту, точнее за 57 секунд. Ну все, ребята, тогда, как я там уже сказал, отписывайтесь. Да и, Андрей, иди, мальчик, иди в жопу отсюда. Ладно, подписывайтесь. Короче, на самом деле у нас реально с тобой осталось уже секунд 40, Андрей, и я, как обычно, начну считать секунд за 10 до конца. Поэтому учти, дрюнчик, дрюноматка, дрюностоп, дрюнодротик, что времени осталось не так много. Сколько у тебя рубинов? Хорошо, пикселизация. Сколько рубинов осталось, точнее, у тебя сейчас? Сколько у тебя рубинов? Осталось стак и стак и стак. У тебя 3 стака, что ли? Да. Так а что ты так загадками? У тебя ровно 3 стака или сколько? Ну да, ровно 3 стака. Окей. Рубим пока что, не будем отвлекаться. Тебя? Я не буду отвлекаться, потому что у меня хардслоты все в булыжнике, и я отвлекаться не очень-то сильно и хочу на самом деле. Хардслот — это какой-то такой злой, сложный слот, или почему он хард?
Вообще-то Angry конкретно, это злой. Короче, Андрей, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Андрей, не сбивай меня, 3, 2, 1, стоп! Стоп, все, 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 не ломай больше, не ломай больше. Все, Андрей... Ты... Ребята, все отписывайтесь от Андрея, он играет нечестно. Я его выкинул нечестно. Вот. Все, пойдем, пойдем, пойдем. Так, выкладывай, пойдем. Я всегда первый почему-то открываю карты, поэтому давай ты первый выложишь. Освобождай свои слоты с трудным детством. Все, так, у тебя 3 стака и 48, а у меня 3... 3... А, у тебя 3 стака и 38, у меня 3 стака и 47. Вот я выкладываю, смотри. А у меня 3 стака и 40, я купила на булыжник, А, я тоже булыжник сейчас куплю, подожди, 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 дружочек. И кирка у меня вот. Ну, 29 булыжника. У меня 3 стака, 59 и самая крутая кирка. Ну, у меня тоже самая крутая кирка, чувак. Но у тебя на 19 изумрудов, точнее, этих рубинов. Почему мы называем их изумрудами, я не знаю, все-таки меньше. Это значит... Ты меня прям на сколько? Ты меня на чуть-чуть прям... На совсем чуть-чуть, на самом деле. Все пишут, что мы снимаем постанову, ребята. Как мы можем снять постанову? Я захожу, мы меняем вместе текстуру, и все, начинается супер игра. Поэтому те, кто это пишет, пожалуйста, проходите двухэтапную аутентификацию и отписывайте. Да, я отписывайте. Всем пока. А на самом деле, ребят, большое спасибо всем за просмотр этого ролика. Если рубрика вам это нравится, обязательно ставьте лайки, а также пишите в комментариях свои идеи для следующих таких роликов. Обязательно подписывайтесь, не нужно отписываться, нажимайте я на колокольчик. Застрял! Ой, выбрал. Да нет, ничего выбрал. Страшного. Обязательно руку, нажимайте на колокольчик для получения уведомления о выходе новых роликов. Всем удачи, ребят, и пока-пока-пока. Пока.